Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершили чин на основание церкви в Раменском городском округе. Его строительство инициировала член Общественной палаты Люберец Ольга Хлебодарова. Подробнее расскажем в сюжете. Работать над проектом будущего храма-часовни приступили 2 года назад. А в 2019-м Ольга Хлебодарова вместе с жителями деревни Коломено выступила с инициативой о строительстве церкви рядом со святым источником. Проект, представленный на соискание премии губернатора Московской области «Мы рядом, доброе дело», получил поддержку. Основывается церковь сия в славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в честь и память святой великомученицы Параскевы Пятницы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Закладку камня и капсулы с грамотой в основании храма-часовни совершил митрополит Крутицкий Коломенский Павел. Этого события жители ждали несколько десятилетий. Да, сегодня день памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы. Но вот строительство храма – это ведь тоже исторические события. И радостные, и праздничные события. Так что мы, когда строим храмы в честь кого-то, то в этот день и память того покровителя тоже вспоминаем. Так что желаю помощи Божией всем благотворителям, благоукрасителям. Храм будет замечательное место. Именно на этом месте в начале 19 века стояла деревянная старообрядческая церковь во имя святой Параскевы Пятницы, которая была сожжена во времена Отечественной войны 1812 года. 45 ополченцев из 4 наших деревень ближайших, и в том числе из этой, отправились на Бородинское сражение защищать отчизну. Пока они туда ушли, здесь были фуражиры, французские солдаты разрозненные, которые грабили, жгли, ну и, собственно, они сожгли эту церковь. К возведению однокупольного храма с надвратной звонницей в деревне Коломено приступит уже в следующем году. После завершения строительства его передадут Раменскому благочению. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.